Друзья, всем огромный привет! Вы на официальном канале клана Red Hot Russian Papers. Итак, у микрофона Blame Hoffman, и сегодня я поведаю вам про новый фановый режим, который компания Wargaming подготовила специально по случаю празднования Международного дня смеха. Итак, в ваших ангарах появился элитный легкий танк под названием ИС-360. Это на самом деле танк, это не какая-то штука из игры Call of Duty, это не какой-нибудь мяч для игры в футбол, это танк. Такие танки действительно собирались делать, правда, ограничилось все это дело лишь созданием эскизного проекта в 1942 году. Потом, по непонятным причинам, все это дело заглохло, но подобные мысли у инженеров наших советских действительно существовали. Давайте посмотрим на технические характеристики. 1500 очков прочности, 500 лошадиных сил в двигателе и 100 км в час максимальная скорость. Параметры для первого уровня выдающиеся. Итак, этот танк дается вам на ограниченное количество времени. 5 апреля он исчезнет из ваших ангаров, и весь опыт, который вы на нем заработали, перейдет на МС-1. Может быть, кто-то из вас умудрится заработать на нем и 100 тысяч, кто вас знает. Ну, а вообще, у этого танка всего лишь 100 бронебойных снарядов на борту, и больше с собой ничего возить нельзя. Ни досылатели, ни аптечки, ничего. Также здесь всего лишь один член экипажа, которого нельзя переобучать, его нельзя высаживать и вообще с ним ничего нельзя делать. Мне вот попался милый такой сержант Лосев. Ну и, собственно, переходим к главному. Специальные бои, в которые вы можете вступать исключительно на этом танке. Вы можете играть в них как в одиночку, так и во взводе. Давайте посмотрим. Итак, специально для этого игрового режима была создана карта под названием «Луна Парк». Бои здесь проходят в формате 7 на 7. Бой длится 3 минуты 30 секунд. Побеждает та команда, которая уничтожит, собственно, все танки противника. Ну, или по истечении времени та команда, у которой останется наибольшее число выживших. Итак, давайте посмотрим, каково это вообще управлять шаротанком. Мы действительно очень много слышали про эти самые танки, но а теперь у нас есть такая возможность воочию понаблюдать за ними и даже поуправлять, да еще и в такой космической атмосфере. Как вы видите, на карте есть 6 мини-лунок, в которые вы можете загнать своего соперника. В этих лунках находится не что иное, как лава. И в этой самой лаве ваш танк или танк противника может утонуть. Самое главное то, что на карте происходят специальные случайные события каждые 40 секунд. Эти случайные события — это главная фишка всего этого режима. Например, вот через 5, 4, 3, 2, 1 случится прыжок. Все танки на карте одновременно подпрыгивают. И не знаете, где вы приземлитесь. Может быть, на Земле, а может быть, на Луне, а может быть, вообще в лаве. Через 35 секунд нас ждет еще одно событие. Всего таких событий может произойти 3. Они генерируются рандомно. Одно из этих событий, как я уже сказал, называется прыжок. Также есть еще импульс. Также есть еще метеорит. Итак, когда падает метеорит, на карте появляется специально отмеченная зона, куда он упадет. И если вы находитесь в этой зоне, собственно, ваш танк может отправиться в ангар. А может быть и не отправиться. Тоже все это дело зависит от рандома. Я вот, например, сейчас отправился в лаву. Ну и еще одно случайное событие — это импульс. Когда происходит импульс, просто-напросто все танки стягиваются к центру карты, и все на этом. Вы дальше воюете по-прежнему, так же, как и воевали до этого. Вот как-то так происходят бои. Даже если вас убили, вы можете спокойно поплавать вот в этой вот милой лаве. Итак, вернемся в ангар. Если вы отыграли хотя бы один бой в этом самом фановом режиме, вы получите вот такую уникальную медальку под названием «Сферический воин в вакууме». Я думаю, что всем любителям медалей она, ну, очень даже понравится. Есть же такие люди, которые коллекционируют уникальные медали. И как раз-таки есть для этих медалей особый раздел. Здесь вот есть медали за участие в футбольном чемпионате мира и тому подобное. Итак, как же не обошлось и без личных боевых задач, которые приурочили, так скажем, к этому самому режиму. Вообще, они носят такие странные названия. Все это событие, оно называется «Темная сторона Луны». А также личные боевые задачи называются «Сферический опыт в вакууме», соответственно. Играете и получаете 750 опытов в случае победы. Играете и получаете 7500 кредитов в случае победы. То есть можно чуть-чуть даже и пофармить. Ну и также получаете резервы. Как только вы 10 раз победите, вы получите личные резервы в количестве сколько? Ну,
Вот две штуки. Дополнительный опыт за бой и дополнительный опыт экипажа за бой. Ну что же, давайте подытожим. Как всегда, компания Wargaming очень нас приятно удивила. Мы все очень любим все эти фановые режимы. Мне нравился и танковый футбол, мне нравились и танковые гонки. Но больше всего мне нравился тот режим, в котором нам давали возможность поиграть на таких, знаете, танках из Денди. Что касается этого режима, ну, здесь все красиво. Космос, шаротанки, о которых нам очень много рассказывали. Кто-то даже верил до последнего, что их введут в игру. Вот, пожалуйста, ввели, пускай в фановом режиме, но компания Wargaming сдержала свое слово. На этом я с вами попрощаюсь. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если вы считаете то, что вы можете как-то пригодиться в нашем клане, то посылайте свои заявки, обязательно рассмотрим. До новых встреч. Пока-пока.